Салам алейкум, давайте договоримся так, если под этим роликом прямо сейчас наберется 100 комментариев, я это вижу в реальном времени, чекаю, сразу сливаю промик в описание и в чат. Вы все любите промики на ран, теперь этот сайт будет выходить просто каждый день. Ну вы меня просто заебали, сними CSGO ран, ну сниму и буду снимать постоянно, все. Уговорили, промик в чате, только зафлудите комменты, просто обосрите комментарии к этому видео. Начинаем. Здорово, дорогие друзья, и да, это свершилось, чуваки. Я снимаю ролик по CSGO рану. У меня дохрелен скинов, которые я решил депозитить со своего инвентаря. И сегодня будет непростой ролик. Сегодня начинается эра моих похождений на сайт CSGO RUN. Теперь в неделю будет минимум 3 ролика на этом сайте. И я решил, что пора. Пора оставить все сайты позади и снимать на самом лучшем сайте, который сейчас все хвалят, у которого 5000 онлайна, который рекламировал Hardplay и другие топовые ютуберы. И почему-то я еще не зашел, не проверил его со своим бич-инвентарем. Пора это исправлять, ну а для любителей промокодов в описании ты найдешь пачечку, огроменную такую доширака пачку промокодов на 25 центов. Их можешь ввести вот сюда, смотри, заходишь на профиль, братишка, и вводишь их вот сюда. Но если тебе вообще вот хочется сделать мне приятно, то можешь зарегистрироваться по ссылочке и получить также халяву от меня. Впереди узнай информацию, если зарегаешься, будет приятно, получишь плюшек. А мы начинаем играть. Итак, мы попробуем ставить, сейчас коэффициенты идут просто бешеными. И, ребята, мы попробуем сегодня нагибать. У нас есть небольшие скины на $10, и мы посмотрим, что из этого выйдет. Коэффициенты, конечно, огромные, но мы тоже с вами не маленькие. Игра не началась, мы сейчас ждем. Так, двоечка, да? То есть мы поставили сейчас $9 на двоечку. И сейчас посмотрим. В принципе, до этого были очень мощные сочные коэффициенты. Поэтому я не удивлюсь, если сейчас может крашнуться. О май гад. Я надеюсь, что что-то сейчас нам... Подожди, ну доходит до двоечки. Доходит. Я заберу. А я хотел забрать. Не получилось. Почему? Почему, не знаю. $50 скин. Мы его пробуем довести до 1.25. Нормально. Блин, пожалуйста, блин, я не переживу, братик, если ты не дойдешь. Я очень буду расстроен, очень. Ой, молодец, ой, какой красивый скин, это хорошо. Пора реально грабить этот сайт, потому что, блин, ну админы совсем зажирались, нам нужно его ограбить. У нас есть 200 баксов, собственно, вот такой депозит был на сегодняшний ролик, и я надеюсь, что мы сегодня сможем сделать что-то нереально дорогое. Посмотрите на эти коэффициенты, вы просто посмотрите, таких коэффициентов нету нигде. Я реально ни на одном сайте не видел таких коэффициентов, и, блин, ну это сильно, ребята. Я не знаю, попробую сейчас, но это дебилизм, наверное, столько скинов ставить на 3.33. По идее, сейчас должно крашнуться, но я, блин, не знаю. Это чертов рандом, really, man, real talk. Это рандом. Нифига не угадаешь. Я надеюсь, вам не слышно звуков балкона, блин. Нафиг я вот это сделал. Окей. Мы сейчас будем помаленьку, и на затравочку я подготовил 4 дорогих скина от $25. Блин, как же это жестко, друзья, все-таки такие скины ставить. Признаюсь честно, что очень волнительно, что сердце бьется точно так же, когда играешь в казино, наверное, на большие суммы. Это очень неприятное чувство, но когда выигрываешь, получаешь нереальный кайф. Просто нереальный. 3.33, я уже даже запутываюсь, у меня просто теряется дар речи. Пожалуйста, 3.33, ты сможешь. И мы дошли, мы сделали это. Вы понимаете, с 9 баксов где я? Я сделал 32, я сделал топовый калаш, и эти коэффициенты просто через раз, камон, мэн! Я даже не знаю. Блин, очень хотелось бы поставить много. Если, блин, пацаны, если сейчас рискнуть вот так вот, это будет прям мега-контент. Но это, наверное, жестко. Давайте рискнем нижней строчкой нашего инвента, это тоже жестко будет. Но мы рискнем. 23x, просто вдумайтесь, 23x. $54, это тоже на самом деле не херово, так это почти ножик, и я сейчас его поставлю. Я сейчас поставлю. Боже правый, 1.33. Все, я больше не буду так играть, если ты выйдешь. Если ты сейчас пройдешь этот коэффициент, я забью на такие огромные ставки. Пожалуйста, я понимаю, что был 25x, но мне многого не надо. Все, нормально, блин. Вот это хорошо, Ран. Вот это хорошо, братишка. Так, один, давай вот. Ну, так же попробуем чисто залететь.
на скилле. Посмотрим. Окей. Вопросов нет. Мы находимся в минусах. Вот это проблема. Вот это вот для меня сейчас стало реальной проблемой. Так, ну что мы? Ну, давай 10-11 долларов идем ценник. И поставим вот так раз, два, три, четыре. Ну, нормально. Так, сейчас, наверное, тоже крашнется, скорее всего. О май гад. Блин, я не знаю, сможем ли... Сейчас дойдет, да? Что если 70 долларов поставить на 2, это сразу 150? Смотрите просто, какие челы делают ставки бешеные. Я, конечно, себе такого позволить не могу. И так последнее бабло закинул. Реально, весь инвент закидываю на сайт, и надежда окупиться все-таки присутствует. Мы пока что на одном и том же балансе. Вот так бы раз и на двоечку, и все. Но это, конечно, капец. 5.20. Смотри, просто какой коэффициент. Мы сейчас попробуем адекватно. Попробуем 1.72 сделать. Блин, это просто, это много денег. Я соглашусь. И, скорее всего, мы сейчас облажаемся. Вот что самое плохое. Но хотя бы не 1х, ладно. Хотя бы не 1х, уже дошло до троечки. Ой, до 1.3, точнее, 1.5. И, пожалуй, вот здесь я хочу забрать. Не найдена ставка в этой игре, ладно. Ну, нож забрал. Че, мне это нормально. Блин, опять доходит, да ты че творишь? Слушайте, ребят, ну, я не знаю. Это коэффициенты какие-то просто ненормальные. Это сайт просто ёбнулся. Понимаете, что он просто ставит? 5, 25, 5, до этого 40 было. Ссылочка на сайтик будет в описании, вы, в принципе, можете зайти, ознакомиться и тоже попробовать поймать коэффициенты. Но это просто жопа какой-то коэффициент. Один, я не знаю, ну, это достаточно много. Это реально достаточно просто много. Вот так вот делаем и попробуем довести до двоечки. Если дойдет, это будет что-то с чем-то. Но мне кажется, после вот таких коэффициентов сейчас будет 1.2. Чекайте. Нет? Или да? Или все-таки мы дойдем? Или, может быть, остановиться уже сейчас? Я заберу. Почему? Почему я нажал, и он крашнулся? Вот это вот просто мне непонятно. Либо это баги сайта, либо у меня с интернетом что-то, ребят. Но я до двоечки пытаюсь довести нож. Я ебнутый, я знаю. Можете не благодарить меня за такой контент. Это сейчас будет жопа. Это прям ноль, сука, я знал, блядь! Сука! Извините. Ран, извини. Братишка, тоже прости меня, пожалуйста. Я не знаю, что на меня нашло, я просто пиздец какой-то. Пожалуйста, дойди до двойки, я прошу тебя, дойди до двойки. Я словил ноль на ноже, именно на ноже. Я проебал все скины. Я не знаю, что делать, понимаете? Это просто жопа какая-то, но я не понимаю, как снимать ролик. О боже мой. 20, ну давай. Я не успел поставить, я понял. Окей, ребята, окей. Это просто жопа. Я стараюсь сейчас сохранить максимальное спокойствие. 75 долларов. Что у нас есть? За 75 бачей у нас есть что-то интересное, да, на этом сайте? Есть АВП графит. Интересное, прикольное, замечательное. 75 долларов. Смотри. Давайте лучше ее обменяем. Не, я боюсь. Я реально, извините, но я боюсь. 25. Возьмем вот этот вот скинчик. 24 доллара. И за 51 купим что-нибудь себе. Вот заберем, оставим, я не знаю. Вот так вот сделаем. Все, и скин за 25 до двоечки. Ну, пожалуйста, ну сделай ты грязь. Хоть что-то. 300 долларов нам уже нет камбэчить сегодня. Это, конечно, слив. Это просто бомбежка от меня. Невероятная. Причем я просто не понимаю, как выжить на этом сайте. До двойки дойди, но будь другом. Я заберу. Я боюсь, что она не дойдет. Но у нас есть 100 долларов. Мы можем, типа, рискнуть, подняться. Но это слишком все геморно, ребят. Честное слово... Не хотелось бы так долго играть и так уже в минусе. Давайте довольствоваться тем, что есть. Если хотите более жестких ставок, я залечу еще на ран. Проверку сделаю, промокоды вам раздам. Просто жопа. Ну смотри, какие коэффициенты. Просто вот этот скин на x10 и все. И это все проблемы решены просто сразу. Ладно, друзья, это все дело будем выводить. Большое вам спасибо за просмотр. Ссылочки, промокодики в описании. С вами был Бог. Увидимся. Пока-пока.